столице Грузии Тбилиси, установлен второй криптобанкомат. Новый ATM-терминал размещен компанией TPS в ресторане Нью-Йорк Бёге. TPS предоставляет финансовые услуги через терминалы и торговую онлайн-платформу. По мнению руководства ресторана, многие клиенты хотят пользоваться криптовалютой. Криптобанкомат создаст удобную среду, где можно будет совершать необходимые операции. Власти Грузии содействуют развитию новых технологий как на государственном уровне, так и в частном секторе. С 2016 года, например, земельный регистр переведен полностью на технологию блокчейн.